Просто вкуснятина. Тесто очень вкусное. Вот такое вот тесто получилось. В этот раз более-менее. Всем приятного аппетита. Готовьте. Если у вас даже дома маленький кусочек мяса, можно приготовить вот такой целый табак бешбармака. Вот это, например, хватит даже пятерым. Я уже, кажется, наелась. Вот так вместе с луком берем. Вкуснятина. Mm-hmm.